Шаг первый. Обожритесь мандаринами. Шаг второй. Достаньте елку. Шаг третий. Украсьте дом. Шаг четвертый. Поиграйте в снежки. А где снег? What the fuck is this? Шаг пятый. Разбрасывайте конфетти. Шаг шестой. Зависайте с друзьями. Элина, Элин, пошли гулять. Какое гулять? Я уже гуляю. Ты что, не видишь? Я же построить дом до темноты, я же меня взорвут. Кто? Ты. В смысле я? Ты не понимаешь. Шаг седьмой. Нарядитесь. Понятно вам, блядь, ёбы. Шаг восьмой. Напишите письмо Деду Морозу. Дорогой Дед Мороз, в этом году я бы очень хотела, чтобы на Новый год ты сделал так, чтобы мое ОТП стало каноном. А еще, дорогой Дедушка Мороз, я бы хотела, чтобы ты уебал моим соседям, потому что они меня очень задолбали. Каждый день шумят до 4 утра вместе со своими детьми. Как же я заеб... Шаг девятый. Посмотрите видеообращение. С Новым годом, дорогие россияне! Шаг десятый. Вы прекрасны! Всегда с собой беру